Здорово, чулки. Ниг. Осуждаю. Осу. Осуждаю. Это не поддерживаю. Прикиньте, меня из-за этого не распаивает. Что я предки драчу. Драчу на нее. Нет, Лех, пожалуйста. Мечта, чтобы меня заметил Костя. Там понял, человек-невидимка. Плохой парень, сколько с тобой фит стоит? Не продаю он. Но за деньги, да. 5000 рублей у меня есть. Я тебя прям сейчас твою демку включаю. Вот так ты относишься к человеку, который тебе носки дал чистый. Да? Носки и кров он в квартиру пустил, накормил, напоил. А вообще как запустился стрим-то? Часы продать гораздо легче, чем тачку, правильно? Да. Серьезно, их прям покупают очень жестко. Ты что? Ну, как насчет, бля, ебанутый аукцион? Вот ты вчера аукцион делал. Не, больше я ушел. Кухнуть бутылку и продать. Я ушел из бизнеса, Горилыч. Это вот ты на свой. Он Байкал. А как достраивать-то? Почему, я не знаю, фабрики не догадались делать просто черный или просто белый? Спорим с тобой, что... Ты сядешь на нее. Не почувствуешь, даже не пишешь. Я надо звука, даже скрипа не будет. Спорим, что я... Костя, привет, хочу сказать тебе фит за... Сделаю глоток. Не, за 700 кайф. Не открываю ее. Прикалываешь? Давай. Ты же не Дэвид Блейн. Сделаю глоток из бутылки, не открываю ее. Да. Точно? Да. Я понял, как он тебя надурит. Это просто... Он тебя так легко прям. А воды-то у меня нет больше. А, ну тогда не надуришься. Просто вот это на сообразительный. Конечно, все в мышцы пошло. Это не из нее. Из нее. Это с нее. Нет. Ну, кстати, это горел. Это с. Стой, нее. Сейчас. А ты докажи это нахуй, ты в суде, блядь. Подожди, это мы увидимся с... в суде, сука. Это с бутылки, это с. А из это внутри, когда ты с внутренней. Чего, я не снял. Ты что? Я не снял, я даже сейчас не понимаю до сих пор. Он кинул 4 оборота, и она встала. Не верю, не верю, не верю. И об эту... Не верю. Было. Нет, нет. Было. Пиздец. Смотри еще раз. А, может, видно было, подожди. Еще раз смотри. Никто не подменит. Смотри еще раз. Ну. Вот так почти было. Ну, нет. Че ты пыхтишь на ухо? Все просто вот так... Я всегда так дышу. Поэтому у Насти бессонница. Ты именно понял такой, мили-мили, подходишь там полежать. Ощущается, как динозавр просто нападает. Онлайн 1900, чуваки. На секундочку. Ну, вообще, на ютубе. Мы сейчас... Ну, было 1000. Мы сейчас поднимаемся. Хозяева сейчас реконструируемся. Ну, так мы посты не выкладывали. Когда Леша выпустит трек, трачу на нее. Сейчас. Нет, я его не выпущу, я его сделал free for profit на YouTube. Free Rio, free VT. No copyright sound это. Вы можете это использовать в своих треках, в своих видосах. Да хуйня. Как будто камера, понял, видеонаблюдение. Странная хуйня вообще. Блять. Сейчас паничку вызовем. Косим, будете прозорать Сашку? Да нахуй, нахуй надо. Нет, мы ж поссорились с ним. Он да. зазнайкин. Из-за этого сейчас стримов на Твиче нету. Он же зазнался сейчас и ни с кем не общается из нас. Я из-за этого на стриме перестал. Кричи, 3 буквы. R&B. Бля, давайте устроимся на завод. Давай. Просто сейчас. Стрим. За место... Чисто денег зафармить или да, как? Да, да. Да, подняться. Чуть-чуть. Чтобы на контент были бабки. Кстати, Горилыч, вот сейчас тебе лям падает, и ты закупил себе Баленси? Чувак, ты не видишь у него штаны, блядь? Адидас Баленсиага. Не, реально. Голова. Прикинь, Горилыч просто на фулл дрипе опиум. Я думал Off-White сейчас купить. Я думал ремень худак с большим крестом вот этим на спине. Не, а еле мне на одно из дней рождения принес ремень Off-White и кофту. Я говорю, что ебанулся. Но я ему сказал, ну, чтобы не дарил мне, пошел вернул деньги. Потому что ну, это выкидка денег. А стоит-то это, ну, не дешню. Типа, худак стоил 60 тысяч. Где-то. Не, я думаю, сейчас этот костюм Гуччи купить. Вот так вот, водолазочку, тут что-то написано. Нет, еще хочу худак большой, чтобы так святая вот это вот есть. Это тоже бренд. Типа. Слушай, а ты сможешь, возьми, сможешь залезть или нет? Ну, да, да. Большие. Так это будет выглядеть как просто обычные ботинки Горилыча. Для Горилыча это просто будут обычные боты. Сможешь залезть? Давай. Или они... Ну, вроде... Давай. Вроде ты должен залезать в них. Какие хуяк. Они дырявятся у тебя. Залез? Да, мой размер. Ну, только вот тут же мёд ебанул. Это страшно. Просто ебучий. Мясо, кстати, слышишь? Давай еще, надо верх какой-то. Верх, да. Надо верхушку какую-то нам еще. Бля, еле залез. Я без Лёх, ну, дай, кстати, мужики, без масла я обратно не вылезу. Встань и приспусти еще штанишки. Без масла я обратно не вылезу. Блядь, глянь на него. Ну просто еблан. Просто
А, верхушку какую-то можно? Верхушку. Давай, может, тебе низ больше дам? Низ другой. Они же, смотри. Невозможно. Спортивные, блядь, невозможно. Растягивают, смотри, тут нахуй, знаешь, на кого? На мою шапку горит. Бля, охуенно бы понял, вот если бы она в кадре вот так появилась. На секунду. Верхушку тебе? Снимай свою вот эту куртку. Давай. Надевай вот эту сейчас. Твою куртку дай. Не, блядь, я там чуть-чуть вот эту. Если что, я снимаю. Что ты фулл грипп, чувак? На, надевай, застегивай. И снизу Суприм. Бля, ебать ты опиум. Вамп, вамп, вот так говори. Ему широкие штаны нужны. Да нет, ты чё, и так хороший. Бля, ебать чел. Просто плейбой картина. Выйди-ка сюда. Выйди-ка сюда. Ебать, он сильно выглядит. Нефоры ворвались на хату. Нет, стой! Вайпер? Вайпер? Вайпинг? Вейпер? Подожди, Майс, ты? Майс? Я в Париже, мужики. Блядь, ну согласись, он ночью сейчас выглядит пиздец. Нет, ну реально вейпинг. А ты прикинь, тут просто, вот что тут? Ботинки и кофта. Тебе нравится, как это выглядит? Нормально. Ты выглядишь, чувак. Нормально тоже. Уже все. Так что сейчас. И причем на нем эти боты не смотрятся огромными. Они не, сейчас Бэтбум зарплату выплачивает, едем в Дубай за баленси. Да, Горилник? Не, это хуйня. Горилыч, ну давай реально закупимся баленси. Не, это хуйня, не надо. Может, сейчас от себяшки вот этой добавляешь, не надо. Подожди, нахуй. Ну, блядь. Ну, блядь, это уже все. Это какой-то гомо-тайп уже пришел. Типа, это вот чело нормально одели в стиле вайпер, и он сейчас просто от себятины добавляет. Да ёпта. Ну давай все. Фу, бля, а я думаю, это чё мусор, вонь да? Идёт какая-то. Да, это мусор. Тут... О. Бля, это кто? Не, ну... Горил Горилыч. На ноготь именно одел. Просто, стой, вот сейчас скажи мне одно. Ты уважаешь подписчиков? Нет, скажи. Уважаешь? Если уважаешь... Бля, ебать. Чё? Стой, Горилыч, если уважаешь, просто въебью так сейчас. Ну просто я, ради подписчиков. Бля, согласись, ему круто. Вы что бы сказал твой дед, увидев твое кольцо вот это? Эти кольца. Твой дед бы что тебе сказал? Когда я в Париже. Он сказал, нихуя себе готика мужик. Ты что, бот, сука? Я же засвистел. Не, понял? Вот так, как будто ничего страшного. Здорово. Как будто у тебя не одеты кольца, а проколоты пальцы. Пирсинг. Вот просто по улице идешь и хочешь поздороваться с чем. Ты как на какого-то скина похож. О, Костя, здорово. Это мое. Мне такое нравится. Ладно. Давайте пенную вечеринку сделаем. Давай, Лёв. Здесь? Да, давай, давай. Здесь? Горилыч, ну, пожалуйста, весь день тебе ходи. Помоги. А ногам пизда, да, больно? Ну, неприятно. Стой, попробуй. Если расшнуровать, мне кажется, норм будет. Я позвоню. Стой, попробуй. Штаны поверх кофты. Да. Как будет, просто посмотреть. Я так понимаю, ты сейчас в Париже, да? Ну вы в Москве просто, а кто-то даже не в Москве. Куда они, чат? Мы на... Мы в Париж. На готику. Игра такая. Да чел, с какой нахуй скин в Dota 2, блять? У нас тут реально вайпер. Чел, если тебе нужен какой-то скин, иди заработай, блядь, купи его. Ну,
Что ты хочешь купить, да? Просто спамит, я вот как будто одно это сообщение вижу. Но я каждый раз в чат захожу, и как вот купи мне Dota 2 скин. Бля, нихуёвые подкрадульки так-то. Не, не, вот на экране можешь посмотреть. А тебе нравится в итоге? Не, не мэти. Говорил Low Kick, в итоге вот сидит. Не твоя тема? Бля, ну черевички, кстати, а какого они размера? 48-го? Не знаю, а дай я тебе. Но если их расшнуровать, то это будет, ну, норм. Не будет так дамажить. Так и как будто на ноги пенопласт надел просто. Да. Ну, тебе, наверное, норм будет. Мне просто ебануто вот здесь. Не, мне нормально. Задавило. Вы, если честно... Смотри на экран! Ну-ка, пройдись. Вот так, нет, вы просто, типа, алё, Костян, что ты там делаешь? Нет, там сидеть. Алё, Костян, что там делаешь? Может погулять? Скоро? Хоть бы ты с кольцами вышел из браслета с этим ебучим. Я не знаю, где они. Костик, привет, мне нужен скин Dota 2. Там есть очень имбовая шмотка на морфа. Вот такой приходит, аккуратно. Вот так как будто все ходить можно. Ты в курсе то, что в этих сапогах на айфоне считается один шаг за четыре? Мистер Эксайл? Привет. Я на стриме. Не-не-не, да я шучу. Но походу чат услышал по ощущениям. Костян, тебе идет сейчас. Вот так? Ну ладно, ничего страшного. Ничего страшного. Ты через сколько будешь? А, я понял. Ну хорошо, хорошо. Давай, ладно, чуть неудобно. Давай, хорошо. Чё? О, заебись. Ему тоже надо будет увидеться. Давай, давай. Игорил, сейчас не бомбашист. Игорячий. Давай, окей. Игорячий. Давай, Илюш. Ну давайте, мужики. Просто чуть неудобно, мы стримим на Твиче. Ой, на Ютубе. Дорогие стримы на Ютубе, пох на чек. Может, слышал? А, он трубку повесил. А что он хотел? Он? Да. Ну, ничего, просто. Что, не приедет? Да. Ты ведь горячий стал, весь потел, да? Я? Бля, как он пропитка. Пропитка, такая пропитка будет у тебя. На голое тело, на голую ногу, на босу ногу. Подержи, дай пропитку сниму. Давай. Я как, понял, как капуста. Напитался. Все. Чего? Как же вы не умеете наслаждаться моментом? Что пишут? Постоянно вопросы какие-то задают. Наслаждайтесь моментом. Типа, вы просто кайфовать разучились. Когда как будто. Когда-нибудь видели Горилла себя в дизайнере? Всегда хожу. Куда ты плывешь? Да ну нахуй! Не надо. Священное место. Вот тут были написаны «Глаза врут». Сейчас, врут. Вам ебать как повезло, вы зашли на секретный стрим, который нигде не оповещался даже. Радуйтесь. Ну, блядь, будь человеком, бери, ну ладно. За брата, ну сразу. Стой, надо. Если уважаешь подписчиков, погрызи их. Ладно, это плохое задание. Ладно, это плохое задание. Передумал я. Я просто передатчик подписчиков. Так. О, кстати, может, все переписки твои покажут? 3 лайка, и я включаю любую демку Кости. Нет. У меня переписки есть. Есть такие? Не знаю. Файл, обменники. Куда шептать? Ох, блядь, сюда, как хорошо. Тут нет спермограммы на кровати на этой? Не верю. Это не моя. Лёх, спермограммы нет на этом диване? Нет спермограммы на этом диване. Ну, по чесноку скажи. Нет. А на пледе? Зачем въебаться тут, когда есть... На пледе везде, было? Везде, понял? Всю квартиру задействовать. Я просто... Везде по чуть-чуть, по несколько минут. Не мое. Не мое тоже. Не мое. Это не мой трек. Я не пишусь под это. Я другие, у меня другие биты. Твое? Нет. Звучит твое? Нет. А вот это? Не мое. А вот это? Не мое. Это не мои треки.
Блять, я хотел твой включить, но понял, что... Тебе не понравится такой мув. Да? Да похуй на секунду, если. Я же... Твое? Мое. Слабая, включай, знаешь? Нет. Слышите, что? Как будет 10 тысяч лайков, можно. Я же в школе... У меня есть один трек, я в школе писал. Покажи. Перепевал. Покажи. Не-не, просто надо послушать, я перепел. Ну я уже пиздежу, у тебя аромат кверит. Тебе пицца, да, ты делаешь? Бит тоже придел. Интересно, а пой придет? Нет. Да ты я перепел уже. Все, АП. По-моему, Морген раньше лучше делал, да? Я биты раньше делал. Пиздёшь. Не, без хуйни, Лёха, зацени, вот на этот запишешься, я делал биты вот. Давай. Смокер тайби. Откуда у тебя бит? Смок перп скинул. Реал. Так он знает еще до того, как смок перп поднял Лил Пампа. Он с ним знаком. Ну смок перп сейчас не на плаву. Еще до того, как он стал лучшим другом Кизару. Смок перп реально лучший друг Кизару. Лучший друг Кизару. Ну так у них же фит есть, значит они лучшие друзья. Они братья. Они вроде братья по крови. Да. Ну все, Лех, хватит уже музыки, пожалуйста. Ну давайте позавозим лучше, пообщаемся. К нему домой нельзя приходить, то, что он садится за свой ебучий компьютер и просто вот не умеет разговаривать. Ради подписчику сейчас монитор просто кулака дай ему. Сильно обидишься? Только не центральный, нет, этот мне дорог. Это мой первый монитор. Ну, я вообще про другой думаю, про какой. Вот этот? Да. Не надо. Надо. Ну, не надо, он стоит 300 тысяч. Сейчас. А вот этот ничего не стоит, я думаю. Не надо. А чё это? На нём проекты все первых трека, глаза не врут, толпа. А чё, это старый? Он сломанный, да. Его починить надо. Но чтобы его починить, нужно 150 тысяч. А у него экран сломан? У него плата сломалась. Нахуй. Экрана? Просто плату. А экран? Нужно плату менять, я хуй знает. Давай экран въебе. Работать с экраном после этого перестал заряжаться. Давай экран въебе. Не надо. Давай экран въебе. Зачем мне? Давай въебе. Я его на аукционе хочу разыграть. Я его починю и разыграю на аукционе. Это первый мак, на котором были. Давай въебем его. Вот эти два трека, вот они врут, толпа. О, ебать, знаете, что у меня есть? У меня есть мой мак, первый мой, который хуй знает с каких годов. На нем почти что все первые проекты, там, планеты. Чувак, с глазами не врут. Тягаться, ну, не могу. С планетами, я думаю. Мужики, а вот с этим с перепевкой Кадиллака, как потягаться из... Пацаны, планеты... С мимому. Это планеты... На было написано. Я думаю, что планеты сильнее. Там алды встанут. Мало кто знает, но Мими Мамому записан тот же микрофон, что и все треки платины последние. Нет. Да. Нельзя. Телефонки. За полтора мульта. Прикиньте. Телефонки? Да. Пиздёж. Телефунтик, мультик такой был. Фунтик, у меня собаку звали, умерла, пиздец. Реально? Да, не звали. Бля, не звали. Когда было? Давно уже, да бля, хуёво то, что собаки умирают. Один долбоёб мне в комментарии писал, типа, я Фёдор скидываю, он говорит, ты ж понимаешь, что он умрёт, тебе придётся его хоронить. Нахуй сразу в бан улетел. Пидарина. Блять, мой язык тупой. Тыч, простите его, пожалуйста, он не это хотел сказать, он хотел сказать пидарас. Да, я хотел сказать пидарас. Не поддержу. Горелось, не поддержу. Ну как бы. За подписчиков, ну пожалуйста, ну поддержи по-брату. На ютубе. Я, Лёша, говоришь, я не поддерживаю это.
Вот как вот, вот мне сказали, давай впишись, я должен был быть на треке Мими Мамаму, но я отказался, я проебал, сука, свою долю, 70 тысяч рублей. Какого черта, моя главная ошибка в жизни? Лёха, еще даже не выплатили. А еще никто денег, по-моему, не видел. Нет, они получили аванс. По 20? По пятнашке им закинули. Чай, кофе, потанцуем. По 1200, наверное, на троих. Я думаю, там чай, кофе, потанцуем, вот такие роялти. Мне нужно подписать документы, чтобы мне деньги за роялти пришли, я вспомнил. Именно шеф там уже на Роллс-Ройсе просто купил Роллс с Мими Мауна. Сколько с Мими Мауна денег? Ну вот реально, там за первый квартал. Смотри. 200 тысяч? Нет. Если смотреть по прослушиваниям, на Мими Мауну сейчас... 500 миллиардов. На Мими Мауну сейчас в сумме суммарно в два раза меньше прослушиваний, чем на глазах не врут. За глаза не врут, я получил в сумме за год я получил в сумме где-то 1 600 000 с прослушиванием. 1 600 000 – 1 700 000. Но у меня не самые лучшие условия были, потому что мне надо было быстро дропнуть этот трек, мне похуй было на проценты, на роялти, я просто хотел, чтобы трек существовал. И поэтому, типа, если бы я на выгодных условиях, то я получил где-то 2 500 000. Бля, можешь вот... Нет, знаешь как? Не сходится. Вот условно, вот мне сейчас плохо становится, у меня последнее желание... Чтоб ты вот в лайве исполнил «Глаза не врут». Вот прям. О, сейчас. Пожалуйста, Лёш. Сейчас я минус найду. Ебать, ты серьезно сказал. Подожди. Главное... А, нашел все. Бля, это охуенно сейчас будет. Бля, это не то, что завоз, это завод, нахуй. Это вообще полный завод. Катя пишет, ради подписчиков. Катя? Не, реально Катюшка? Да, да, Катюшка. Блядь, она же выходила на берег. Бля, прикиньте, мне куда? Кто-то взломал компьютер, удалил все минусы. У меня переписка удалилась. С глаза не врут именно, у тебя переписка была. Ну, с битмейки, с Summer Baby у меня почему-то нету больше. Так просто на ютубе напиши, глаза не врут. Скайп-бит. Давай, Лёх. Я тебя на возьму. Лёх, ну пожалуйста. На один. Тебя же забанят за эту музыку. Почему? Нет. За то, что ты спел. За мелодию. Да, Лёх, сделай. Нет, ну ты просто этот вайтлист закинешь, если что. Да. Буду петь в Coca-Cola Rich. Хорошо, богатый тип. Бы не было слов, я знаю, нет, Лёх, ну так забанят. Ну, Лёх. Фанера. Фанера. Нет, давай, ну, по-мужски. У меня нету минуса. Напиши на ютубе, там есть уже подготовлены. Фанера пишут. Наёб. Лёх, ну без фанеры. Глаза не врут. Караоке. Давай, с караоке. Давай, Лёх, делай. Мы будем подпевать. Да, Игорь? Подпевать, да. Давай, скажи, что надо делать, Лёх. Блядь, что за хуйня? Ну, Лёх, нет, ну давай не филонь. Так и фанеры нет. Бля, ну дай чуть-чуть. Какое я слово это говорил? Это первое четверостишье. Минус, давай так. Стойте, сейчас какое я слово говорил? Все, есть инструментал. Халтуришь. Во, халтуришь ты. Не было слов, я что за хуйня, блядь? Ну это без бита, это больше атмосферы будет. Давай, Лёх, так. О, есть. Сколько бы не было слов, я знаю, что глаза не врут. Не врут. Сколько бы не было слов, такую, как ты, уже не найду. Нет. Заперты в комнате, я так ищу, чем мне вдохнуть. Полную грудь. Заперты в комнате, я так хочу написать тебе. Но я боюсь. Надо подумать немного. Боже, выбор жестокий. Почему мало работал? Сука, снова твой голос. Я бы хотел все вернуть назад. Но уже поздно. Поздно. Я бы хотел посмотреть глаза. Что-то серьезно. Дым окутал мою голову.
понял уже. Ну, прогрессии в бите нет, нахуй, он одна. Ну, давай еще. Давай еще раз. Давай что-то. Спелись, давай лучше без бита дашь что-нибудь. Бля, петь охуенно. Ну, давай, Леха, включи. У меня есть один прикол, погоди секундочку. Ну, пожалуйста. Ну, Лёш, мы пиздец на вайбе попей. Ну, давай уже. Погоди, погоди. Что-нибудь, что мы все знаем. Вот это, ты Diamond. Это мой трек. Вот этот бит включи. Вот этот? Да, это мой трек. Ты знаешь, что это за трек? Что? Ты сидел на лютом броуке. Ты въебал бабки в казик. Тебе нужны были бабки, чтобы заплатить за квартиру. И ты продавал Neumann 102. Это я помню. И я приехал к тебе покупать Neumann 102 за 30 тысяч. А, я, у меня и я сел с тобой, и он говорит, и Костя говорит, давай что-нибудь с тобой это... Пососем? Давай, хочешь что-нибудь запишем? И такой, бля, давай, но я очень сильно стесняюсь. И Костя, типа, мы подобрали вид. И Костя, мы придумывали текст. Ну, в основном все чисто Костя делал. И он что-то мямлил в микрофон, говорит, так же сделай, так же. И он просто делал, и я за ним повторял. Я не хочу включать, мне очень стыдно. Я даже не помню слова. Но бит, кстати, не хуйственный. Ну, блядь, ну включай. Погоди. Для того хуй... году... Такую хуйню прогнать и не включить. Для того году... Ну, давай, Лёх, давай включим. Я вам кое-что сейчас крутое включу, подождите. Не верю. Не верю. Поверьте. Мы думали, что вот это уже... Не работает интернет. Мы думали, что это максимум крутизны. Ну все, уже идет. Делай. Не прогружается. Я хочу найти бит толпа. Ради подписчиков он пишет. Уже в чате пишет. Катя? Нет. Там Катя пишет. Нет, это уже другой пишет. Людка? Не знаю. О, давай, да, вот это вместе. Фладзон. О! Ты Даймон! А, тут уже с голосом. Вся эта толпа смотрит на меня. Ну включи нам что-нибудь под... Это, кстати, демка, не замастерена. Включи нам бит! Не без... Нет! Стой! Я выключу микрофон. Все, если будешь включать, выключу. Включи бит. Без слов. Дай нам попеть. Ну, нас... Я ищу, я не могу найти. Мне нужна луна. Нашел. Давай. Попозже. Да блядь! Я не знаю, я не могу найти биты. Что за у меня за демки, ёбаные? А, вот он. Вот бит. Вот. Погоди. Проверка. Да чтоб твою мать, блядь! Где бит, нахуй? Это смайк. Это тоже бит, блядь. Нам что-то надо делать. О! Горит. А? Я вся эта толпа смотрит на меня. Вижу луну внутри, не поможет. Сан, я бродил шел, мне нужна луна. Не достать. Вся эта толпа смотрит на меня. Дальше я не знаю. Ты слишком громко включаешь. Ты слишком громко включаешь, мы не можем петь. Потише включить. Стой, что нам? Нам вырубаем стрим, да? А что? Нам надо идти. Всем пока. Нам надо идти? Да. Всем пока, стрим. Пока. Боты здесь.